И вот еще один вопрос от подписчика моего канала в Telegram. Какая цель у матрицы, я, конечно, не знаю и знать не могу. Но единственное, что мне приходит в голову, как я уже говорил, это сбор информации. Какие бывают носители информации, знают все. Но вот что такое информация, не может объяснить никто. А ведь именно информация управляет всем в нашем мире. Например, жил себе человек, не тужил, и тут вдруг получил информацию, что его жена уже 10 лет ебется с соседом. То есть, с одной стороны, в его жизни как бы ничего не изменилось. Она от него не собирается уходить, не собирается делить имущество и подавать на алименты. А с другой стороны, в его жизни изменилось все. Или другой пример. Что бы вы стали делать, если бы у вас всегда была информация о том, как будет меняться курс валют? Так что, как я сказал в начале ролика, именно информация правит нашим миром. И это единственный ресурс, с помощью которого можно получать все остальные ресурсы.